Прокуратура Лёквинского района провела проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Напомним, что в результате ДТП пострадали 8 учащихся Токинской школы-интерната, а также педагог. В ходе проверки установили, что руководством школы при организации выезда не были приняты меры по обеспечению безопасности детей и сопровождающих лиц. ГИБДД по Лёквинскому району не была информирована о предстоящей поездке. Наличие ремней безопасности у пассажиров также не было обеспечено. Также выяснилось, что водитель, управлявший транспортом, был лишен водительских прав в 2015 году. Прокуратура района направила в связи с этим материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Также следственным отделом МВД России по Лёквинскому району 19 декабря за нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, прокуратура района в адрес образовательных организаций объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при организации перевозок детей.